Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Dying Light. Сегодня пойдем мы по основной сюжетной ветке, без всяких там отклонений на доп. Задания. Ну, а может быть придется отклониться, не знаю, как в общем пойдет. Я Нил Феллон из журнала «Международные дела». Я вас слышал, правда? Как вы тут оказались? В первые дни карантина это было несложно. Потом, когда главным назначили Сулеймана, сразу стало понятно, к чему все идет. И вы решили остаться? Честно сказать, я решил выбираться отсюда, хотя и не хотел. Мне уже удалось приходилось бывать в закрытых городах, но там всегда найдешь кого-нибудь. И я не смогу вывести вас из Харана. Думаю, никто не сможет. Конечно, нет. Но я документировал события в городе с самого первого дня. Взял интервью у сотен, ну, в общем, людей, которые больше не люди. Сулейману придется ответить за много. Мир должен узнать, что здесь происходит. И... Слушай, я просто в отчаянии. Я потерял свои записи. Все до единой. Я заночевал в интернет-кафе, но туда ворвалась толпа зомби. Сам-то я спасся. Никто меня не укусил, но сумку оставил в кафе. А в сумке все записи. Большая часть. За мной погнались, пришлось спрятать камеру в машине. Слушай, я знаю, что прошу много. Даже если я найду записи, вам все равно отсюда не выбраться. Если я не верну записи, у меня не будет причин выбираться отсюда. То кафе расположено в плохом районе. Я постараюсь, но ничего не обещаю. Та-та-та-та. Спасатели, спасители. Так, что у нас по шмоткам? Так, ножка стола. Не нужна. Ё-моё. Это не надо. Это не надо. Короче, это нам ничего не надо. Так, тяжелый... Это двуручка, да? Нахер ты мне двуручка такая нужна? Все. Так, где тут мои шмотки? Где тут мои шмотки? Так, мне нужен лук рейнджера. О, блин, а это что еще? Разобрать. Еще даже не все разобрано. Мачете. И поврежденная арматура. Так. Да ёпрасеты, давай. Да ё-моё, блин. Хранилище. Прыжок. Так, пестик мне нужен или не нужен? Так, полицейская винтовка. Это все продать надо. Снайперская винтовка. Пригодится. Так, давай. Камуфлированная армейская винтовка. На продажу. Немецкий пистолет. Так, американский. Продаем. Это все на продажу. Железный топорик. Количество. Все забираем. А там можно было С просто нажать, да? С. Где С? С. Забираем. С. Это забираем. Это забираем. Динамит забираем. Горючая жидкость. Коктейль Молотова забираем. Кошку. А, подожди, ты чё, сука? Здесь... Ёб твою, блядь. Капец прям. Так, это чё, подожди, взять. Мне проще отсюда это. Мне проще отсюда просто. Все, да? Вот так. Ракет нет, свободные ячейки, окей. Кошка, ракета. Ракета нет, свободные ячейки, он мне пишет, типа. Так, хер с тобой, давай. Где тут барыга? Ты торгуешь? Давай. Так, османский серп, мне это не надо. Полицейская винтовка, продать. Продать, продать. Продать, продать. Нож, это все. Динамит. Вроде это мне все. Так, вот этот. Продать все. Железный топорик, ты нахера мне? Ну нахера. Не нужен ты мне. Ну-ка. Чё я тут взять не мог? Ракета.
Рокета. Взять все. Все, теперь все взял. Все, погнали. Так, спасатели. Спасители, ептать, спасатели. Фу, 490 метров бежать до вас. И в рот компот. В рот компот. Че, вы думаете, я с вами тут драться, что ли, буду? Не, ребята. Нахер вы мне не нужны тут драться с вами. Так, надо кошку поставить. Ага. Кошка, ёптать. Кошка, ты где? Кошка вместо... Кошка... Да, блядь. Слушай, вместо вот этого. Че ты мне мозг тут долбишь-то? Так, там какой-то замес идет. Это. Давай бабки. Бабки, опыт. Ребята, вы это. Спасибо, все. Вот это от всех нас. Спасибо там. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Мне не так, сколько время у нас? 16, скоро ночь, да? Скоро ночер. Скоро ночер. Да слезь ты, слезь, ёпотать. Я понимаю, что ты там на колючке не... Крейн, еще одно, друг. Помнишь ту девушку из сектора 0? Ее зовут Трой. Мы с ней говорили, когда я... Восстановил радиосвязь. Свяжись с ней, когда доберешься до места. Отлично. Хорошо, мысль. Спасибо, Брэкен. Береги себя. Сука. Так, а тут... Мне куда? В тоннель, интересно, надо будет топать или куда? Ну... Не совсем понятно. Смогу ли я, то есть, не через тоннель? Не помню. Точнее, я не помню, смогу ли я... Или не смогу ли я? Вообще, конечно, это фамилия грузинская. Ну, хуй его. Ну, сейчас у нас... Судя по тому, как он, блядь, херово цепляется. Ну, цветочек. Ядовитый лишайник. 13, 9... Так, а тут до свидули. Не, пацаны, я с вами, пацаны, девчонки, с вами сталкиваться не хочу. Сколько время на вас тратить? Что-то и так уже прям растянулось это на надолго. Надо как-то побыстрее проходить. Ну, игра, конечно, реально пипец интересная. Регла, игра прям... Так, а чё здесь? Подожди, это чё, дом, короче, вот этого дурака, который... Или это тайник этого? Который там... Нам типа... Хасан или как он там? Амар, Осман. Это тайник его, наверное. Давай по карте глянем. Так, тайник Османа, точно, давай. Ну, просто по дороге попалось, чё? Раз... Только дверь не закрывает, вот гад. Тут всякого добра хватает там, да? Статуэтка. Из чё? Как это сундук тут не закрытый, слушай. Опачки. Опачки. Вот это винторез. Так, а если мы из вот этого сделаем снайперскую? Сейчас попробуем мы из нее снайперку сделать. Она-то, по, наверное, по... пожестче будет выхлестывать. То есть, подожди, это вот...
Это сундук вообще был не запертый? Там лежала винтовка, что ли? Сука, я... Где логика? Я вообще не понимаю. А, пустынная полицейская винтовка. Ну-ка. F7. Харанская снайперская винтовка. Просто вот интересно. Давай снайперку сделаем, чё? Давай сделаем снайперку. Давай сделаем снайперку, да? И будет у нас снайперская винтовка. Вот такая вот. 184, а тут сколько? И в чем разница? Скорострельность, блядь. Вот в чем разница? В цене? Смотрите, вот стоит одинаково. Урон одинаковый. Точность одинаковая. В чем отличие-то, блядь? Че я радовался этой винтовке? Я-то думал, она помощнее там будет. Еще там что-то. А она как бы ничем особо-то и не отличается там. Не выделяется. Так, ну вот. Все, я перелез. Все, давай сюда, походу, да? Чего тебе надо? Спасителей. Не знаю, о чем ты. Я от Брекена из башни. Да мне не парит, откуда ты. Вали отсюда, по-добру, по-здорову, пока я еще мирный. Я знаю, что вы помогаете людям выбраться из трущоб. Тут недавно пошла одна девушка, Джейд. А не пошел бы ты к черту? Я исключил Раиса, и теперь все, что Сора пытается мне достать. Я бы не отказался от помощи, а я искалечил. Ты? Это ты отрубил руку у Раиса? И мне нужно попасть в сектор 0. Как тебя звать? Крейн. Знаешь, Крейн, боюсь тебя огорчить, но твой поход в сектор 0 вряд ли спасет тебя от Раиса. Но жди здесь. Но жди здесь. Жду. Я жду. Я все еще жду. Все еще жду здесь. Ну что, сколько мне еще ждать? Тут пришел один парень, говорит, что он отрубил руку Раису, Крейн. Да, он так сказал. Что, правда? Точно. Ладно, я понял. Окей. Окей. Заходи. Зашел. Че тебе надо? Ладно, мы тебя переправим. Когда? Прямо сейчас. А что насчет? Ты что, сделал с Райсом? Считай, что ты расплатился с лихвой. Иди вовлечься в туннель, который ведет в старый город. Постучи в дверь, что ведет в канализацию. Там тебя встретят и все покажут. Ясно, спасибо. Да не за что. Тебе спасибо. Ну ладно. Так, а где этот дом-то с красным дымом? Я же как-то это... Сука, я еще тут даже не все зоны эти исследовал. Безопасные, да? В общем, что я свою мысль-то к чему вел, ребят? Если вы это... хотите, чтобы я, например, прошел игрушку... там полностью, со всеми там второстепенными квестами там, да? То есть, ну, пожалуйста, вы можете написать просто в комментариях, и я пройду игру... Со всеми доп-квестами, со всем, там еще чем-то, да. То есть мне как бы труда это не составит. Так, вы че, мудачье? Че-то я это, блядь, че-то я тут... Что-то я тут это, дуру спорол какую-то. Что я реально тут дуру спорол. Чуть, сука, сам себя тут не ушатал. Встал, сел, блядь, и... Ты чё, дура? Так, подожди, мне... Дай пройти-то, ёптыть. Ты дашь мне пройти? Нет. Задолбыши. Так, а сколько мне бежать-то? О, ёптать, полкилометра бежать. Так, а тут какой-то этот...
побазарь там. Да не буду я тебя сопровождать там, спасать. Не, нахер ты мне не нужен, блин, 100 лет. Вот мы вошли в безопасную зону, а теперь опять в опасную. Вот так. Вот так и живем. Там этот. Ёб твою мать, чё, блядь, без туннеля никак. Так, где? Похоже, что через туннель придется пиндюрить. А, я же, по-моему, я же здесь, да, туннель? Разорвал. Это же здесь тоннель был. Или не... Ну да, по-моему, я же здесь его бомбанул. А ты что, не можешь сюда пробраться, что ли? Зачуханка. Ну, если не можешь, тогда все. Отвали. Подожди, это что за канализационная труба? А может, мне сюда надо просто? Черт его знает, что там такое. Ёптать, как страшно. А подожди, тут какой-то ящик стоит. Что, может, какая-нибудь здесь оружка прикольная есть? Трудный взлом. Ну, то есть, может, что-нибудь прикольное там есть? А-та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 . Давай посмотрим, что здесь. Ну, кусок говна и фиолетовый кусок говна. То есть, по сути, ценности они мне особо сейчас никакой не это... Не предоставляют, то есть, не дают... Так, ну тут надо наверх. Тут надо наверх. И тут надо... Тоже наверх там, да? Так, теперь... Так, а куда надо было? Ну где-то здесь надо постучать было. Встретитесь. Встретитесь со спасителями в тоннеле. Сюда? А, вот все, сюда. Ну, добежал. Я нашел Сенка. Поначалу он не хотел со мной разговаривать, но когда я сказал, что сделал с Раисом, спасители согласились мне помочь. Они помогли мне пройти в сектор 0. Или они помогут пройти мне в сектор 0. Давай включим фонарик. Похоже, нечего лутать, да? Крейн? Да, это я. Рад познакомиться, я Хасан, я был твоим проводником. Ну что, проводи. А Джейд тоже ты проводил? Кого? Она здешняя, темные волосы, симпатичная, упрямая. Может быть, не знаю, мы не всегда спрашиваем имена. Ух ты. Так, встретитесь еще. Следуйте за проводником. Так, что, мне надо оружку А, подожди, у меня оружка недоступна. То есть, если меня сейчас кто-то там захочет втащить, я даже сопротивляться, то есть, сопротивление не смогу оказать, или что? Это, конечно, забавно. Ну-ка, тут ничего не взять. Вот тут все собрались, да? Папа, смотри, это мистер Крейн. О, Дэдвуд. Давуд. Надо же, тесен мир. Нам стоит обсудить твое положение.
Прости насчет фокуса с куклой, я не мог позволить тебе сесть мне на хвост. Эти ребята очень серьезно относятся к формальностям. А что насчет Салмы? С Салмой я расстался. Не в моем дело. А в чем? Ты что-то конкретно имеешь в виду? Не забывай, у меня пушка. Ой, блядь. Крейн, у нас есть правила. В чужие дела нос не совать. Если ты не следуешь правилам, далеко не уедешь. Без проблем. Пушка у тебя есть? Сука, хочешь, я тебе свою пушку покажу? Чтоб ты не базарил. Ладно, отсюда пойдешь один. Путь размечен стрелками. Будем держать связь по рации. Приятно было с тобой познакомиться. Фу, оружие-то хоть дадите. Следуйте по стрелкам в сектор 0. Но он только пришел, а мы ждем уже не один час. Правила устанавливания, ждите. Че мне? А, подожди, мне вот сюда, что ли, пиздануться надо? Да давай уже. Ух ты. А, то есть здесь плыть надо? Ну ладно, хоть дышать есть чем. Че, осьминоги или че? А, это. А че, почему я трупаков не могу обыскивать? Ну, то есть вот под водой я их не могу почему обыскивать. Трупоедов этих. Так. Че насчет света? Что насчет света? Стрелки. Так, давай-ка перезарядим тебе, дружок. Ты, может, придется еще из тебя и шмалять. Кто ж тебя знает там, да? Что нам? Та ёпарасоте, блядь. Что ты такой? Че туда? Сюда теперь. Мы стараемся расчищать пути, но там могут быть мутанты. Хотя для тебя это вряд ли будет проблема. Конечно, я прям в тесном туннеле с мутантом мечтал встретиться. На Новый год загадывал желание Дедушке Морозу. Хочу встретиться в тесном туннеле с мутантом. Все, сука, Дедушка Мороз исполнил желание. Да? О! Друганы. Ага. А что ты? Так, ну не, Дедушка Мороз, так не пойдет. Давай уж по полной тогда. Так, давай фонарь пока вырубим. А вы чё, не это? Все? Так, ну-ка подожди, мне же надо лук поставить. Почему я лук-то не поставил? Вместо вот ножа кукари. Или как он там, куари? Ганджубари или какой там нож? Халка сейчас завалим только. Чё, мимо что ли? Слушай, ты чё, блядь, бронированный? Ты еще 300 дали. Нормально.
Ну, нормально так, да? И подкачался малёха. Так, а где стрела тут моя? Вот. Давай откроем. Парарарарарам. Все. Давай стрелки соберем свои. Ну ничего. Че, они ж тебе не нужны, да? Ты ж не возражаешь, если эту стрелу свою заберу. Нет? Ну, вот и чудесно. Так. Так, теперь мне. Подожди, это, по-моему, этот. Сука, это, по-моему, уже взрывной, да, который? Точно. Это взрывоопасный мудила. Эй, дружище. Точнее, подружайка, ты. Ты, по-моему, вообще не по адресу. Пополам. Тоже нормально. Блять, я сейчас что, вас тут всех убивать, что ли, буду? Ну, а почему бы и нет, да? Собственно говоря, почему бы и нет? Эй, ты что пугаешь-то так? Ты что, ёптать? Значит, предупреждать надо. Журнал болевых действий. Чё тут? Пистолет полный. Давай. Посмотрим, что здесь положили. Может, еще какая будет оружка тут. Кто ж ее знает, да? Чёрт его знает. Ну, блядь, вот это говно серое я брать не буду. Ну что, у меня... У меня ресурсов достаточно. Компонентов у меня всех достаточно, поэтому я не вижу смысла, то есть какие-либо там серые сейчас брать шмотки там. Синие там, да. Вот оранжевые можно еще брать. Фиолетовые там в крайнем случае там, да. Так. Так, теперь давай... Нет, туда не хочет. Подожди, а куда теперь тут? Или я не в ту зашел? Куда-то сюда? А. Я проглядел, куда надо было. И туда. А здесь что? Здесь закрыто. Так, а чё, всё, что ли? То есть... Я тебя с одного стрелы убил. Я думал, просто больше понадобится, извини. Что стрелял в тебя еще. Так. Подожди, чё? Здесь нет, а... Собственно говоря, тогда... зачем я спрыгнул, да, если тут нет? Слушай, то есть если кошки нету, то пришлось бы вот здесь вот так вот тых-тых-тых-тых-тых карабкаться. Ребята, в общем, кошку сделайте, старайтесь бы по максимально быстро себе кошку сделать, чтобы просто потом не геморроиться всеми вот этими там, блядь, туда лезешь, сюда лезешь. Вот просто кошечка и все. И пошел. Эй, дружище, извини, это вопрос выживания. Раис крепко взял меня за яйца. И чё? Эй, что ты сделал? То, что должен был. Что тут скажешь? Мир — это суровое место. Предал, сука. Предал. А раз ты меня предал... Интересно, можно будет вернуться и просто его отпиздить?
просто отпиздить этого мудака. А, смотри, вон они. Сука, я тут даже стрелять не могу. А эти мудаки могут стрелять в меня. Ну, типа, они меня видят там, да? Ну, вроде... Попали. Слышь, мне так дышать скоро нечем будет. Так. Отлично. Ну, я пока вас тут... Я даже не знаю, убить вас или что? Что мне, то есть надо их убить, да, что ли, получается? Уже, то есть мне реально, что ли, сейчас? Я просто забыл, поэтому я вот так и это убивать их еще, да? Надо просто тогда посмотреть, с какой стороны вас удобнее убивать, и все. Я ж не против вас замочить. Просто вы скажите, с какой вас стороны удобнее замочить, и все. Я исполню ваше желание. Ну что ты? Чё, камон? Подожди, то есть я что-то не понимаю. То есть с нее дамаг, что ли, сильнее идет с этой винтовки или чё? Так, а где еще один? А, вон он. Так, да мне патроны собрать надо. Мне ваше оружие, знаете, постольку поскольку вообще. У меня крутая винтовка. Так, сюда и чё? Ну, ты показываешь, что сюда мне надо. А сюда это куда? Туда... А, или тут ворота открываются, или что? Ну, нет. Ёб твою, блядь, опять заблудился, что ли? Подожди, вот куда-то сюда в бок можно, да? По-моему, тут ни хера не открывается. Слушай, у меня аптечки заканчиваются. Надо аптечек сделать. Давай аптечек сделаем. Потому что это... Это полезная штука, аптечки. Аптечки. Подожди, блядь, где? Куда мне тогда надо? А, сюда, наверное, скорее всего, да? Чё тут, сюрпризы какие-то будут? Еще что-нибудь там? Типа каких-нибудь монстров, которых вы там не смогли одолеть, а я сейчас... должен буду убивать. Или все. Или там эти 5 человек, или сколько я их там убил. Ах, слушай, я походу... Я уже узнаю эти конструкции. Это уже вроде как сектор 0.
Это уже вроде как и сектор 0. Ну, то есть тут надо просто вот ящички вскрыть. Все, и... Так, сколько время? 10:24. А, утро. Капец, я... А, стой, стой, стой. Брэкин, как слышно, это Крейн. Скажи всем, что остерегались спасителя, они продали меня Райсу, я его... Я еле выбрался из засады. Черт, надеюсь, что цел. Свяжись с Трой, когда доберешься до сектора 0. Так и сделай, держи за меня кулаки. Держи за меня кулаки. Сектор 0. Сектор 0, сектор 0, сектор 0. Все. Все, вот я в секторе 0. Старый спаситель, чертовы спасители. Эти мерзавцы снюхали с Райсом, устроили мне западню. Я едва спасся. Вот тебе и доверяй людям. Так ты, ёптать, как говорится, доверяй, но проверяй. Ох ты. Еще бы пушку с этим, с глушаком. Ладно, была не была. Джейд, это Крейн. Как слышно? Джейд, это Крейн. Ты меня слышишь? Ну ладно, обратимся за помощью к местным. Трой, это Крейн. Как слышно? Крейн? Рада тебя слышать. Чем могу помочь? Я сейчас в ваших краях. Подумал, надо бы повидаться. Как мне тебя найти? Ты здесь, в нулевом? Потрясающе. Ты видел две башни? Одна выше другой, обе в строительных лесах. Да, вижу. Это и есть наша крепость. Ох ты, пятнашечку дали. Так, ну все. Доктор Кэмден, как слышно? Это Крейн. Кэмден, слышно? Крейн? Да, я тебя слышу. Что происходит? Я в секторе 0. Джейд с вами? Нет, она еще до меня не добралась. Видишь ли, это не так просто. Мне пришлось запереться здесь из-за бандитов Райса. Вы в порядке? Заперт в лаборатории на живой. Ты идешь сюда? Не сейчас, доктор. Сначала на бюджет и верну результаты исследования Зая. Ладно, я буду ждать. Удачи, Крейн. Ладно, удачи, Крейн. Так. Ну что мы тогда... Мы тогда вот так сделаем. Подожди, это что за звук такой? Так, давай-ка мы возьмем меч. Эх. Давай откроем первый сундук в секторе 0. И... Что же у нас попадется все в первом сундуке в секторе 0? Ну, там-то в подвале это еще как бы не совсем сектор 0 был, да? То есть это там такое между нулем и этим. А тут что? Зеленые боетательные ножи и сигареты. Чудесно. Чудесно. Так, ну-ка. Тут опять нормальная херня. Ну. Так, 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 так. А, вот она-то, я думаю. Где ты там? Шмара крикливая. Ой. Ой, извини. 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 Так, что там? Ой. 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 Так, кто-то там помощи просит. А кто где?
Послушай-ка меня, сынок, и слушай внимательно. Ты думаешь, что такусаки опасны? Ха. Оберечься надо совсем не их, а тех, кто заперт здесь, в городе. Да, я о людях, конечно, о них. Знаешь почему? Потому что люди, мать их, ведут себя непредсказуемо. Кусаки, ты точно знаешь, что они сделают. Укусят и все. Но здесь попадаются те, кто привык жить в свое удовольствие. Кто избалован, изнежен, испорчен. И вдруг ни с того ни с сего с ними приходится спать на полу и жрать кошачий корм. И всем насрать, вот что происходит. От таких людей, обрати внимание, именно от них свихнуться можно. Похлеще, чем от зомби. Зомби. Они как бы это слишком чужды нам. Они не вписываются в нашу картину мира. Для большинства людей они слишком нереальны. Но вот если кто-то привык жить как царь, а теперь стал хуже нищего, он все прекрасно осознает. И это его надо отстерегаться. Потому что он нанесет удар, молниеносный удар. Ты не имеешь ни малейшего понятия, на что он способен, что он предпримет. Так что будь начеку. И держи оружие наготове. Буду приглядывать за лидерами списка Fortune 500. Fortune 500, да? Типа пошутил такой. Fortuna 500. И что? Что-то я, наверное, ящики эти зря сломал, да? Так, подожди, а что здесь, барыга какой-то, что ли, тоже есть? Что это вообще такое? Что это за дом? А где барыга? А, ну тут в толчке он точно не прячется, да? Где-то здесь, да. Сука, а что ты сюда вообще зашел? Беги в башню. Что ты сейчас будешь тут шариться, блядь? Херней страдать какой-то там. Гамадрил там тебе какой-то там что-то набазарил. И все, и ты такой сейчас. А, да. Опа. Так, люди Раиса. Ах, ты уже в меня целишься, да, мудила? Скот, интересно, отобрать у вас эту? Отобрать? Ну-ка, подожди. У меня есть? А, нет, нет, не это. Вот это мне надо. А, инвентарь. Коктейль Молотова. Коктейль Молотова и на... Вот сюда. И надо сразу еще сделать несколько коктейлей Молотова. Мы с вами сделаем вот что. Коктейль Молотова. Давай, раз. Два. Три. Слушай, что-то было времени-то, получается, это. А времени было 10 часов, когда я сюда пришел. А сейчас-то времени 7 часов. Как-то странно, если честно. Что, вы там сгорели, нет? Ну, вы должны были сгореть. Слышь, мудила. Я что, сейчас на тебя должен лук потратить, свои стрелы? То есть ты сейчас... Живучий какой. Сдохни. А вот подруга бежит. Так, извини ты. О, а шо вы? Сука, сколько вас тут лезет. Я же всего хотел это. Я ж только хотел. Я ж только хотел отжать. Я ж только хотел отжать этого. Чутка. А, так тут вас еще и взламывать надо, да? Блин, ну если взламывать, то это...
Вообще не варик, если взламывать еще. Давай патронами тут обзаведемся. Инвентарь заполнен. Так. Это что уже? Человек Райса, что ли? Живучая какая. Да сдохни ты нахер. Падла, блядь, живучая какая. Не, ну это не варик, если тут еще. А че их уже? Че их взламывать-то надо? Зачем? Где-то вон еще противогаз там этот лезет, да? Хер-то там называется, а не кошка. Хер-то там, хер-то тут. Хер-то там, хер-то тут. Ты ведь Крейн, да? Да, это Йо. Я Майкл, Трой ждет тебя в нашей берлоге. Так, а чё ты... я же отклонил, ёптыть. И что? Да иди ты нахер. Да не хочу я, иди нахер. Да каких ракет, блядь, как отклонить задание? Пиздец, блядь. Там было написано. Ты... А, ты, наверное, русскую надо было нажать, чтобы отклонить. Сука, вот это подъёбка. Да не хочу я это участвовать здесь в этом. Еще ракеты ваши искать, блядь. Ну давай минуту тут походим. И что тут делать? Ну. Типа надо ракеты вон там, вон пробежать по кругу, то есть найти ракеты и все, да. И чудесно. Ой, как супер, прям офигенно, интересно. Лучше бы зомби там еще парочку ебнул, чем ваши испытания тут это выполнять. О, а вон пердун стоит, там крихтун или ревун. Или ревун. Восемнадцать, давай еще, давай. Ну, давай, чё? Сейчас задание провалено, и я пойду с этими... Пиздец, ты мне, падла, 1,5 минуты времени отнял. Чё тут написано? Dying Light, Drink, 4 DLC. Выпить 4 DLC. Вы проиграли, результат 0. Отлично. Крейн, рад знакомству, дружище. Я умник. Нужна помощь в технике? Обращайся. Я уже почти придумал, как пробиться сквозь блокировку связи. Иди, поздоровайся, строй. Я Кайл Крейн. Приятно увидеться лично. О, уф, такой запал, да, такой? Ты ищешь Джейд Альдемир, да? Да, ее... ты ее видела? Знаешь, где она? Джейд, это Трой. Как слышно? Я слушаю, Трой. Джейд, это Крейн. Слушай, я знаю, ты идешь к доктору Кандону, но его клинику окружили зомби и боевики Райса. Давай я тебе помогу. Крейн, держись меня подальше. Я слышу твой голос и вижу брата.
Пожалуйста, выслушай меня. Дело в том, что я работаю на ВГМ. У меня было задание выяснить, почему Райс переслал файл, но теперь это не важно, потому что со мной связались из министерства. Они собирались разбомбить город, но я их уговорил подождать. Им нужны результаты исследований, которые у тебя. Надо придумать, как сообщить им, что они у нас. Ты подонок. Джейд, черт. Когда мы с ней поговорим? В следующий раз она была в университете, так востоку отсюда. Если сейчас говорит правду, тебе нужно срочно найти Джейд. Если ты сейчас говорил правду, срочно найти Джейд надо. Че киваешь, Иракес? Ну давай. Давай. 5000. Сколько мне там еще надо? 1000. Еще 20000 надо. Точнее 19. Так, что-то внизу с кем-то там побазарить, да, надо? Крейн, еще кое-что. Что? Раис перебросил пару своих ударных бригад в старый город. Они там всего-то пару недель, но от них нет житья. Постоянно устраивают налеты, терроризируют уцелевших, как только могут. Похоже, Раис дал им особый приказ зверствовать и лютовать. Чтоб люди знали, кто здесь главный. Они неплохо обосновались. Вдобавок к штабам у них есть 2 сторожевых поста, где они складывают припасы. Мне говорили, у них там всего завались. Припасы б не помешали. Ты окажешь нам неоценимую услугу. Где эти сторожевые башни? Один в офисном здании, второй на радиостанции. Может быть, я туда загляну. Сторожевые посты, радиостанция. Нет, ну, как-нибудь мимоходом, мимо делом заглянем мы и туда. А пока что нам надо в университет и побазарить с Джейд. Go. Иди, время не ждет, типа, да. Да понятно, вы бабы такие. Так. Так, тут... О, подожди. Блин, вот мне интересно, сейчас их... сколько вас там? 2, да? С лука или со... Так, а чё ты? Да похеру нахер, давай. Ты чё, блин? Ой! Крейн, Трой, это... Крейн, это Трой. Что там? Мы пытались придумать, как пробить... Они попробуют ее пробить. Так, будем на связи, Крейн. Блядь. Если хочешь совет, держись по возможности подальше от мутантов. Ладно, они всегда были опасны, но теперь они мутируют во что-то более смертоносное. Иммортлитли. Что-то более смертоносное. Слушай, 3000 заработал пока это. Тоже неплохо, да? Покатились. Очень трудно. Давай попробуем взломать первый замок. Очень трудно. Ну, как бы, я бы не сказал, что было очень трудно взломать. Мешочек и мешочек. Вот так. 2 мешочка. А вы что думали? Хухры-мухры вам тут? Так, подожди, тут же... тут чуть-чуть... Ну, тут чутка вот сюда повернуть, и я уже... В этом, да? Слушай, ты как-то это, меня... Давай, ты меня как-то огурчаешь. Ох, тут я помню это, лютовал. На фонарь запрыгнешь, короче, и начинаешь с фонаря. То есть бомбу кидаешь. И эту горелку. Бомба. И коктейль Молотова. И все. А вот и наш кемпинг. Оп. Охранник. Эй, друг, ты тут не видел девушку Джейд Альдемир? Волосы темные, сама вся из себя крутая. Да, она разговаривала вот с этим. Как там его?
Спасибо. Она разговаривала, как там его? Ну, Джей? спасибо. Джей, 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 ты здесь? are you here? Ты здесь? Нет, этот не хочет со мной Who are базарить. you? Ты What do you кто? Чё want? тебе надо? А кто говорит? No sign of Jade. Damn it. Джейд здесь нет, черт. Черт. Фидан. Hey, can you help me? Можешь помочь? Я ищу Looking молодую for a young женщину, woman, dark брюнетку, hair, невысокая, petite. дерзкая, Don't judge me страшное дело. anymore. Ее зовут Джейд Her name's Альдемир. Jade Aldemir. Yes, Да, она she здесь was here. была. Такую нельзя не She заметить. knew someone Похоже, like you кто-то much. кого-то ждала, She вся waited из a себя, little while, недовольная, потом ушла. big scowl on her face, and then took off. Вот черт, Did она she не say where she сказала, was going? куда идет. No. Нет. А But ты, you're Крын, going, да? Она right? тут оставила для тебя. She left this for you. It's a mirror. Это Амир. Зачем она мне Could оставила she его have left me фото? this? Well, I can't Тут say я не в for курсе, certain. но она просила тебя But she передать. did Одного ask раза me to хватит. tell you. Уж не Not знаю, что here. это значит. Don't know what that's supposed to mean. Ну, что тут значит? Что тут это может значить, блядь? Hey, one Так, more и thing. еще кое-что. Yeah? Да. You ever use a rifle out there? Тебе приходится стрелять из If you do, винтовки. you Если could да, check то bullet тебе надо speed. поговорить с Рупером, That нашим guy knows оружейником. exactly how Этот it парень works out способен there. смастерить гаубицу из The обычного silencer will be пугача. more useful, Мне but бы лучше where do I глушитель. find him? Ну ладно. Где Well, мне его that's the найти? thing. Так в этом He и hasn't been загвоздка. using Его the уже пару machine дней for a нет в while. мастерской. Попробуй Might want зайти to к нему try his домой. plant. Maybe I'll do that. Может и зайду. Вот глушитель бы да. Что же вы? Столько всего, а оглушить. Так, ты барыга? Барыга есть. Давай. Так, барыга снайперская. Ну, давай вот эту мы продадим. Сабля сипахи. Сипахи ты продадим. Топорик горца продадим. Нож, нож, нож. Это продадим. Так, этот 184 это продадим. Да, мы продадим все. Динамит не помню. Ой, зачем динамит? Динамит не помню для чего. Так, метательный великолепный сюрикен. Великолепный сюрикен мы тоже продадим. Да, мы все продадим. Коктейль Молотова оставим. Ракета, все это, ты. Так, окей. Все, мы это продали. Флуоресцентные грибы тебе надо. Подожди, у меня же были флуоресцентные грибы вроде. Требуемый предмет. Флуоресцентные грибы. А у меня разве нету флуоресцентных грибов, что ли? У меня же должны быть они. Ядовитый. Вот, флуоресцентные грибы. На 2300, да? Давай продадим. Чё я? Зря их собирал, что ли? Так, тут что-то у нас внизу. Нет, тут еще какое-то есть. Задание какое-то у кого-то. А, ну это еще надо выше подняться куда-то там. Хер с тобой, давай Jade, еще. this is Crane. Do you Джейд, это copy? Крейн, как слышно? Джейд, слышишь Jade, can меня? you hear me? Бесполезно. Да обиделась Troy, она this на is Crane. тебя. Do you copy? Трой, это Крейн, как слышно? Крейн, я как раз собиралась с тобой связаться. Умник пробился через радиопомехи и думаю, тебе надо вернуться сюда. Ты должен это увидеть. Why? What do I have to see? Зачем? Что там? Ты должен сам посмотреть. Просто возвращайся сюда, хорошо? Я серьезно. Крейн, я Морт Норрис, работал в мэрии, пока все это не началось. Департамент модернизации и обслуживания гидравлической инфраструктуры. Адская работенка, скажу я тебе. Но скучаю по ней даже больше, чем по тем. Ладно. Ты хотел о чем-то попросить? Да, я должен был восстановить подачу воды, но не сумел. Повсюду чертовы зомби, и это меня убивает. Может, ты меня выручишь, пожалуйста? Такой же гражданской солидарности ценят десятки, а то и сотни людей. И что я должен сделать? Просто перенаправить поток воды, вот и все. Ты нам так поможешь после этого, даже наш прекрасный фонтан вновь заработает. Ясно. Но как мне, собственно, сделать? Отлично, отлично, потрясающе. Тебе надо лишь наведаться в три насосных станции и повернуть там вентили. Сейчас покажу, где они. Сейчас покажу, где они. Молодец, показал. Чертеж вода 2.0. Чертеж вода 2.0. Так. Здесь у нас... Так, а где? А где? Стоп, ну ты слезь, ёптать. Да прекращай ты. Так, подожди. Так. А вот же показывает. Ну он же показывает, что где-то здесь груз есть, да? Где-то есть груз.
Так, посмотри теперь их. А, и там типа к Трое надо мне еще вернуться. А где груз-то? А вон стоит. Так, ребята. Что мне с вами сделать? Как мне с вами разобраться? Я предлагаю старый дедовский способ. Называется коктейль Молотова. Ой, а чё, на вас не действует, что ли, коктейль Молотова? Блин. Ну, если на вас не действует коктейль Молотова, то стрела должна подействовать. Я, конечно, понимаю, что вы крепкие там парни, здоровые, там зомби, все такое, там, да, жрете белок там. Все же, ребята, сорян, мне надо припасы там тебе забрать. Ну, чё ты тянешь? Сейчас мы соберем все стрелы. Ну, в общем, все, соберем, что тут лезть. Кто-то там где-то ходит, стонет. Я не вижу, где. То есть не слышу, где. Вернее, слышу, но не вижу, блядь, уже запутался. А, вон они. Так, ну что, вроде все. А, вот еще. Ну ладно, пошли. Сколько ж вас тут? Так, а тут надо. Кому-то помочь, да? Так, упал, разбился. А ты, дружище, не хочешь мне помочь? Стоишь там. 3000 еще получил, да? Так, все сюда.
У вас есть неиспользованные очки навыков. А, вон он. Наконец-то я увидел, что там гудит. Истребители. Так, и тут что у нас? Ёпта, опять там какая-то полудурошная бежит. Ну вот. Тут все гораздо быстрее. А, вниз надо, да? Все гораздо... А, нет. Подожди, что ты? Тут же эта хрень-то открывается. Типа, иди смотри. Сколько раз это смотрю и до сих пор не могу поверить. Сегодня был обнародован внутренний документ ВГМ, из которого следует, что намерен данной организации насквозь преступны. Вместо того, чтобы искать вакцину от харанского вируса, ВГМ собирается превратить его в химическое оружие и продать тому, что дороже заплатит. Реакция мировой общественности. Нет, давай сразу к сути. Выживший. Я был последним из уцелевших в зоне карантина. Мне даже не верится, что я спасся. Мне не верится, что я жив. Мы скорбим по всем погибшим, но, как сказал президент в этой сегодняшней речи, жизнь продолжается, и нам нужно смотреть вперед. Военные части обошли всю карантинную зону в поисках уцелевших, но теперь там остались только мутанты. По словам полковника Таннера, как только закончится санобработка, возбудитель инфекции будет полностью уничтожен. Это все министерство, они хотят уничтожить город и ищут себе оправдание в глазах мира. Слушай, пока ты не умчался все крушить в гневе, мы уже придумали, как передать сообщение. Мы разместим взрывчатку в жилом здании и устроим пожар в виде осмысленного изображения зомби. Зомби такого не могут. Проблема в том, что наш человек Майкл уже нашел подходящее здание, но не может подняться на верхние этажи, там слишком много кусак. Мне не очень приятно в этом признаваться, но у нас нет никого, кому по силам это дело. Но надо же что-то сделать, и прямо сейчас. Передай Майклу, что я со всем разберусь. А ты пока свяжись с Джейд, хорошо, уговори ее со мной встретиться. Даю слово. Так, все, уровень апнули, да? Повышение уровня очков. Ну и тогда можно очки вкачать. Так, что мне тут нужно? Так, это что такое? Уровень выживаемости 25, навык кошка. У меня же есть навык кошка. Вы ли легенда Харана, вы получаете дополнительный усилитель здоровья и учитесь использовать кошку, щит и маскировку более эффективно. Понятно. Так, это мы... Научитесь атаковать мутантов в темное... Это... Научитесь использовать электрические ограды. Так, что? Ну... Бум-бум-бум. Щит. Щит мне не нужен. Давай вот эту вот хрень используем. Какой у меня уровень выживаемости вообще? 15 еще 10. Что по силе? Сила. Ваше тело становится крепче и может... О, ну хорошо. Сколько? 150 было. Сейчас, наверное, сколько? 175 станет. Так, кто-то там со мной внизу о чем-то хочет. Ты хочешь? Ной. Ной, не ной. Если будешь рядом с фан-зоной, проверь, что там происходит. Ты о чем это? Сам услышишь, что-то зовет на помощь. Там женщины и дети. Чудесно. Фан-зона. Фан-зона. Квестов побочных жопа. Ну, наверное, квестам побочным, второстепенным выделим пару серий следующих там, да? Вот, пока что... Пока что огненное лицо. Встретиться с Майклом. А хотя, наверное, знаете, что на сегодня мы остановимся. Вот, и так сегодня, в принципе, прилично, что было сделано. Много чего сделано. Мы попали в сектор 0 там, да? Вышли на след Джейд. Вот. Вышли на след Джейд. А в следующей серии я тогда предлагаю, он еще этот есть, заняться прохождением квестов второстепенных. Ну, может, серия, может, две, то есть заняться прохождением второстепенных квестов. В общем, ребята, на сегодня у нас это все. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, мне это будет очень приятно. А я на этом заканчиваю. До новых встреч, всем пока.